И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Кулька Престус, как всегда на моем канале Первый Трейд. Привет, хочу передать привет зрителям, тебе побольше терпения и на хуёвые трейды. Можешь по возможности роспись оставить. Приветик, спасибо большое за кристаллы, роспись не могу оставлять, я больше не оставляю, я уже объяснял. Мне как прилетел бан, я больше не стал этого делать. Привет, можно роспись, пожалуйста. К сожалению, нельзя. Но за кристальчики огромнейшее спасибо. Обдолбаться хватит. Распишись и чекни инвентарь. Расписываться не буду, а инвентарь я, конечно же, чекну. Давайте посмотрим, что у нас там интересного. Не все анимешники бяки, чекни, черкани что-нибудь. Ну, не все анимешники, понятно. Некоторые же мертвые уже, поэтому мертвые уже в априори не может быть плохим. Дальше. Здорово, мне зашли твои видосы. Красава, продолжай дальше. Если можешь, оставь роспись, пожалуйста. Нет, роспись я уже не оставляю, я уже не раз об этом говорил, но спасибо большое за кристалл, огромное тебе спасибо. Оцени инвентарь. Ну давай оценим инвентарь, что у тебя там есть. Через обмен не буду оценивать, потому что я тупанул в прошлый раз, когда оценивал. Некоторые скины могут быть в бане. Держи соль, распишись, пожалуйста. За соль спасибо, но расписываться не буду. Но за соль огромнейшее спасибо, реально. Идем дальше. За это долор дадут? Ну, дай бог, чтобы за это в жопу не дали. Точнее, не взяли. Макс, на что я могу обменять темку и нож? Ничего не понимаю в этом, подскажи. На скины, блин, ну давайте посмотрим. Но на скины и так-то и... Что я могу сделать? Ебать, что же? Это один самоцвет, Спасибо большое. Ой, бля, я поржал. Я гей, кстати, можно роспись? Где именно расписаться? У тебя на булочках? Ну, это я подумаю. Если 18 есть, то, может, и распишусь. Ну, вот, а так за кристалл, конечно же, спасибо. Извини, что не аниме на Ави. Ну, как так-то? Это косяк. В смысле, нету аниме на Ави? Это косячок. Это косяк. Косяк. Этот косяк даже не закуривается. А вот, все, закурился. Зашибись. Дальше идем. Ой, мама, роди меня обратно. Первый, наконец-таки, трейд, блядь. Короче, это трейд около нулины. То есть, тут равно 2 на 2. Естественно, равно 2 на 2, зачем мне принимать? Незачем, правильно. Дальше 684, 731. Естественно, такое отклоняется. Ну ладно, что на список не буду кидать. Кунька, чпунька, привет. Я хотел спросить, можно ли взять у тебя интересным. Что можно взять у тебя интересно? $44. И можно роспись, пожалуйста. Ну давай посмотрим, что у тебя есть. В твоем случае ничего. В твоем случае ничего. Потому что тут что-то на $44, по-моему, не тянет. Ну и мне это не интересно. А следующий дебил надеется, что нажим бою, он мне сможет заскамить, потому что здесь сейчас забустится цена по Steam. Ну либо Steam Helper так считает. На самом деле этот ножик стоит 1300 юаней, 1560-1570, где-то так. Ну он, конечно, такой отклоняется. Также в черный список, чтобы больше нельзя было. Ну, чтобы он мне больше не мог отправить. Потому что ну пытаться меня заскамить, ну извини, но я не твоя мать, я не настолько тупой. А дальше кекс, я не знаю, наверное, подгончик, но мне не интересно. Следующий трейд, он мне также в минус. Короче, в чем прикол? Почему он мне в минус, да? Смотрите, на самом деле вот эти два ножа стоят дороже, чем вот этого. Это стоит 1570, это 1770 где-то. Это стоит... Сука, не могу вспомнить. Это, по-моему, стоит 200... 2800 с копейками, это стоит 280. Короче, здесь мне минус, я считал, где-то стоили 200 юаней. Еще потому, что вот эти скины оба ликвидные, с рарфлотами. А этот скин нахер никому не нужен. По продажам все печально, по автобаям все печально. Но и опять же, убийство, он немного поношен. На когте это тоже очень печально довольно-таки. Одна сплошная ты печаль. Но ты не печалься, рано или поздно ты сдохнешь и перестанешь мучиться. Здорово, братик, годный контент, распишись. Спасибо большое, но не распишусь. Спасибо реально огромное, но не распишусь. Гоу роспись. Ня, вообще никак. К сожалению, никак. Извиняюсь. Кум, можно, пожалуйста, расписаться в профиле? Нет, не могу, но за кристальчики спасибо. Идем дальше. А, понятно, это подписчик, который не умеет читать. Потому что даже так в минус. Ну, здесь какие-то наклейки, типа того, что-то этого. Ну, ладно, пизду, короче. Естественно, я себе минус не буду менять. Можно роспись. Ля, какая девочка. Там трусы и одно название, блядь, два шнурка, нахуй, имитация трусов-то, вот так бы я назвал это. Можно роспись от отца. Так, блядь, нихуя, на, братан. Я хоть и куролесил в детстве, там, в 14-16 лет, но, блядь, а если в 14 или в 16, я трахнул 16, блядь, сколько это ему лет должно быть сейчас? У меня 25, 7, блядь.
Нахуй надо было еще на список закинуть. Распишись, пожалуйста, блин. Я бы, конечно, принял эту эмочку, так как мелкий докидик, или так на бафе слить потом. Но человек просит роспись, к сожалению, я отказываюсь. Дальше. Здесь вой на говнистке не за 23 рубля. Вой стоит будет 16 рублей. Идем дальше. Клевые видосы, чекни инвентарь. Мэйби что-то надо интересное тебе в плюс. Ну, давай чекнем, но вряд ли что-то будет интересное. Здесь я пытался трейдиться, человек просто пишет: сорян, но я не трейжу этот ножик. Типа, сори. Я ему написал: окей, ничего страшного, братан. Дальше просто тупая обезьяна. Никаких наклеек, ничего здесь нет. Но есть какая-то босс на 2018. Но даже если тут 100% брать от этой наклейки, блядь, не хватает. Вот честное слово. Короче, ты 4350, 300, ну, тут 33 тысячи. Да, я думаю, не надо ничего объяснять, где его мать похоронена. Ну, где. Знаете, на трассе есть вот эти вот, блядь, рвы такие, нахуй. Вот где-то там она и похоронена вместе с бродячими собаками, блядь, которых пристрелили. Здесь ничего нету, просто кристальчики. И это просто здорово. Спасибо большое за кристаллы. Идем дальше. Также просто кристаллы без какой-либо подписи. Спасибо большое. Кот? Да не кот ты, а свинья. Мяу. Ладно, что прикалывать. Шабабабум. Можно расписи. Шабабабаба. Нельзя. Ладно, идем дальше. Отсыпал соли, распишись, пожожда. Пожожда, спасибо большое за соль, но не распишусь, не обижайся, пожалуйста. Не хочу я снова бан. Распишись, пожалуйста, и добавь в друзья, буду сильно благодарен. Удачи тебе, и да нахуя мне столько много, нахуй. Мне 1 миллиона, ну ладно, 10 миллионов хватит. А здесь сколько, блядь? Здесь чел мне пожелал... Ну правильно, чел здесь мне пожелал 1 миллиард, по-моему. Ладно, дальше. Ну здесь встречное предложение, мне в минус, просто ладно. Следующий трейд, здесь какие-то наклейки, что-то может стоит, мне это не интересно. До свидания. Все, что было между прошлым и будущим, это именно он называется миг. Или как там было? Есть только миг, есть между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Спасибо большое за кристальчики. Да, я что-то попеть так захотелось. Ничего не написал, просто за кристальчики. Здесь просто наклеечки. Ну, здесь просто человек изображение себя решил мне скинуть. И вот оно, новый рекорд. 3980 сообщений. Фу ты, сообщений, ептить. Кристалл. Я в ахуе, мой генерал. Вот реально, я в ахуе, мой генерал. Привет, можно роспись? Привет, нельзя, но за кристалл спасибо. Но Лунтик это, кстати, на стриме. Трейд был еще, если что, на стриме, поэтому я его еще на стриме поблагодарил. Поспорили с другом, кто раньше лишится детственности, победила дружба, давай, друзья, и распишись, пожалуйста. Ну-ну. Приветик, спасибо большое за кристальчики. Ну, в друзья я расписываться я не буду. Ах, как же тяжко быть ебланом. Так, ладно. Короче, что я хотел показать? Я вот хотел бы вот этот трейд вам показать. Короче, пытался с человеком потрейдиться. Вот, сейчас решил, думаю, блин, дай ему закину еще раз трейд. Ну, короче, человек считает по стиму, с ним общаться бесполезно. Там такой затупок, что пиздец. Я не знаю, либо он реально тупой, либо он реально вообще не разбирается. Я ему говорю, давай я тебе, ну, как бы, я ему все рассказал, что тебя заскамит, блядь. Тебе надо в реал выводить, он через маркет. Блядь, давай я тебя разменяю на мелкие скины, типа... Ну, там другие были скины. Типа это, да и просто возьмешь, продашь и все. Ну вот, естественно, я не стал не вводить ни на Фуриона, ни на Васю, потому что мне было выгодно ему разменять сначала. Ну вот, а потом можно было уже подсказать. В общем, чел мне ебал мозг 4 часа. Он меня заебал, когда я пилил рубрику ликвидные глоки или ножи, блять, уж не помню. Вот, он мне просто заебал. А, ликвидные глоки я писал, точно. Записывал. Он мне просто заебал, блядь, написывать, блядь. Я уже все посчитал, все блядь. Да что вам рассказываю, ебаный в рот. Короче, я ему сделал до хера предложение, это мы не считаем. Вот предложение ему, вот предложение ему, вот предложение ему, вот предложение ему. И вот предложение ему я делал. Понимаете, то есть реально я ему кучу предложений, кучу переделал раз всего. Но он так и не принял, потом отклонил, потом сказал, не, я еще в плюс хочу. Я говорю, блядь, да ты уже охуел, ты мне в реал в такой минус закидываешь же, такой еб... Ты что, блядь, прикалываешься нахуй? Ты, блядь, не разбираешься нихуя, считаешь по стиму? И говоришь, и он по стиму говорит, тебе по стиму в плюс. Я говорю, какой нахуй по стиму в плюс? Мне в реал фигебейший минус ты закидываешь, блядь. Ну, это здесь Рубин пытался, а это я не знаю, уже настолько давно это было, что уже и неправда. Вот, и немножечко изменил инвентарь, перелопатил я его точнее. Так, смотрите, что, диглы вы видели, дигл даже на стриме я вот этот принял. Это я просто продал и купил нужные мне скины. Взял вот такую вот императрицу, тут дефолтный у нас 0.32 флот, дальше идет у нас USPS предатель. 31 тоже дефолтный флот. Потом идет самый херовый флот 0.37 флот на красную линию. Но здесь наклейки типа Краку 2017 я решил по приколу себе взять. Это я уже осознанно себе взял. Я приплатил за это 40 рублей, короче. Не помню, сколько наклейки стоит, но приплатил я за это 40
40 рублей за стак наклеек. Дальше идем. Это у меня купилось по автобаю, это тертые наклейки, ну и слава богу, я это говно вообще сотру, потому что терпеть не могу на Крамом Спорте вот такое говно. Дальше идем. АВП тоже взял. АК-47 Азимов 0.18, переплатил 60 рублей, мани дает что-то там, по-моему, в районе 360 рублей, да, то есть я заплатил 60 рублей реалом, зато трейдом выйдет 360. И это, опять же, поможет, если меняться с людьми по мани. Дальше взял такой себе вулкан, взял по автобаре, тоже максимально уебищный флот, 0.37. Здесь какие-то две наклейки тертые, но как бы тертые и в рот их ебать на самом деле, поэтому как бы ну и похуй. Дальше код красный, тоже осознанно взял себе 0.18, не помню сколько уже рублей переплатил, но мне типа по мане я посмотрел, все равно будет буст хорошей цены, поэтому если опять же с каким-то челиком поменяться по мане, я буду в хорошем плюсе. Дальше ВП Азимов, просто купилось по автобаю, здесь наклейка «История о драконе», ну в принципе она что-то достоит, вот, и сломанный клык голографическая тоже на нем наклеена. Ну, за наклейку там 40 рублей переплата, опять же, купил по автобаю, так что пофигу. Боец, немного подроченный, 0.12, ну, такой себе флот, если честно. Опять же, взял его чисто тоже так поиграть, потрейдить. Захотелось еще какой-нибудь авик более низкого ценового сегмента. Вот, и второй игрок, я его вообще даже не буду играть с ним, это, опять же, на говно флот закупился. Вот, помните, раньше за автобаю нормально его хватало, сейчас за автобаю хватило одно говно, если честно. Вот, то есть, ну, реально, за автобаю, что я здесь взял? Вот это я взял за автобай, но здесь более-менее флот. А остальное все дерьмо. Так, где хорошие флоты, это я уже вручную покупал. Вот, так что такие дела. Будем сейчас ждать, пока все это выйдет из трейдбана. Потому что вот что-то второй игрок очень много имеет автобаев и очень много покупок. Я решил все-таки рискнуть, взять его в инвентарь, попробовать его затрейдить. Ну, даже здесь мы можем видеть, да, то есть продано за последние 24 часа 114. Если мы возьмем, допустим, эту эмку, здесь всего лишь 50. Но она и стоит, извините меня, 4 раза, по-моему, около 4 раз дороже. Вот, я не знаю, что по конкурентам может предоставить. Ну, типа, ну даже вот юз дешевле, типа, здесь тоже мало продаж. Вот это почему-то вообще прям жестко. Ну, не знаю, посмотрим, как она будет трейдиться в видосе уже. Ладненько, народ, если чел тут примет рейд, будет зашибись. Если чел не примет рейд, то ебал его я в рот. 4 часа на этом раз потратил. Ну, а на этом все. Напоминаю, в описании есть ссылочка на мою трейд-группу личную, на мой чатик ВКонтакте, на мой сервер в Дискорде. Не стесняйтесь, переходите к нам в гости, давайте вместе трейдиться, общаться и так далее и тому подобное. Вместе трейдиться веселее. Также приглашайте друзей, рассказывайте этим друзьям о своем, рассказывайте друзьям об этом видосе, потому что трейдиться вместе веселее. Опять же, когда есть небольшой азарт, то что вы соревнуетесь с другом, дабы его переплюнуть, есть мотивация лишний раз пойти трейды покидать или еще раз посмотреть трейды, либо пораскидать еще раз объявление. Поэтому вместе трейдиться всегда веселее и интересней. Напоминаю, на 200-й выпуск я опять буду подводить итоги, поэтому вы можете со мной дойти до 200-го выпуска и там тоже подвести итоги в комментариях, и будем смотреть, кто больше поднял. Естественно, я буду так, если участвовать, то поделю свой заработок на x10. Ну а на сегодня у меня уже все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы видеть новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем Пош, подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!